Очередное вредительство. Беженцы в районе перехода Убума поставили заборы, которые мешают ходить по диагонали. Режим работы светофора позволяет людям переходить по диагонали, экономя время, но его перекрыли заборами. Диагональный перекресток был очень удобный. Люди шли наперекосяк по два зеленых света светофора. Теперь им приходится ходить один переход переходить, после второй, или бежать по проезжей части, чтобы повысить ДТП. Зачем поставить этот забор, непонятно. Без них было лучше ходить. У жителей ответ – вредительство или головотяпство. Видите, как зебра сделана по квадрату? А чтобы перейти на ту сторону улицы, надо на диагонали идти. Сейчас, видите, горят зеленые, людям надо идти по диагонали, они спешат, а упираются в забор. Что им делать? Кидаться под машину, входить влево-вправо. Люди не успевают, создается аварийная ситуация. Какие головотяпы поставят на забор, непонятно. Видите, люди не успевают идти, а забор не дает перейти прямо. Начинает кружить по улицам. Такой же забор стоит денег, на него ставят деньги, чтобы людям было неудобно ходить. Надо представителя мэра вызвать и посмотреть, как люди теперь ходят кругами. Вместо прямого пути.